вашего позволения, тогда я отойду от программы и доведу информацию своими руками. Я бывший замначальника отдела МВД России Назаровский. Уволен я 4 мая этого года. Так, по образованию скажу, я закончил Красноярское высшее командное училище. 10 лет служил в вооруженных силах. 24 года в органах внутренних дел. Ну, сейчас уволился. Выдвинул свою кандидатуру на должность главы сельской администрации. По программе. Ну, давайте так, я, так как и военный, и сотрудник полиции, ну, у меня, естественно, есть своя тактика, которую надо будет осуществить. А для того, чтобы ее добиться, ну, необходимо выработать стратегию. Ну, по стратегии, она у меня уже, естественно, изложена в программе по направлениям. Ну, я так полагаю, она подлежит корректировке с реальностью. Потому что я не являюсь жителем данной администрации. И буду выполнять, если меня изберут, конечно, буду выполнять все требования, которые предписаны руководящими документами, уставом. Ну и буду делать, стремиться и выполнять, и делать все мероприятия, обеспечивающие, ну, социальную защиту и улучшение состояния жителей. Ну, наверное, на этом я закончу. По программе что-нибудь скажете? Ну, по программе пройду сюда по пункту. Занятость населения. Я уже докладывал, доводил мои видения. Но так как на данной территории агрокомплекс «Сибиряк», то необходимо решать все вопросы по трудоустройству и привлечению жителей именно в данной области для того, чтобы жители не уезжали в город. Ну, кадровые, понятно, благоустройство. Но это не моя программа. Для предшественника уже начало положено по благоустройству. Я, так как длительный период времени был начальником тыла, я имею, ну, я так считаю, полагаю, должный уровень подготовки для того, чтобы проконтролировать все, что производится, и довести до логичного конца данное мероприятие. Естественно, не позволю, чтобы объемы, которые согласно сметы подготовлены, были уменьшены или допускались какие-то дефекты. Ну, качество дорог – это больная проблема не только данной администрации, но это и России. Ее тоже будем решать, естественно. По уличному освещению, я уже говорил, и деньги выделены, опять же, будем осваивать их. Озеленение территории. Это понятная обрезка тополей. И так как на настоящий момент времени актуально стоит проблема по пожароопасной ситуации, которая на территории нашего края вообще происходит, надо будет принимать все возможные меры для недопущения пожаров. Молодежная политика, это понятно, даже на настоящий момент благоустройство тоже связано с чем-то для улучшения какого-то положения, привлечения молодежи к спорту, занятия, вовлечения в спорт, чтобы дети были заняты. Также, так как нет молодежного центра, ну, в моих планах
если меня отвезут, конечно, оборудовать помещение и довести до логичного конца привлечение к молодежи и организация достойного доступа. По строительству жилья, опять же, вот стоит вопрос, ну, естественно, я так полагаю, необходимо выходить с ходатайством для того, чтобы построить жилье для привлечения людей к работе на данной территории. Это также медицина, дошкольное, школьное образование. Ну, правопорядок, я думаю, минимум полтора года мне будет достаточно даже пользоваться административным ресурсом, чтобы снимать все вопросы. Также в моей политике я так полагаю, что надо будет с лицами, ведущими морали, образ жизни, проводить должную работу с привлечением, естественно, сотрудников полиции для того, чтобы разрешать возникшие проблемы и вопросы. Я готов.